Всем привет-привет, всем отличной зимней теплой недели и хорошего вам всем настроения. Сегодня мы будем делать расклад на общую энергию этого года уже наступившего, да, и одно главное, самое важное событие. Вот, все, в принципе, коллеги уже сделали, да, расклады на эту тему. Январь уже подходит почти к завершению, я решила сделать сейчас, да, то есть надо обязательно выделиться, не быть похожей на всех. Вот, но я просто недавно закончила запись годовых раскладов и решила сделать общий расклад на три позиции, да, то, что было в демо-версии, надеюсь, кто тогда не понял общий расклад, когда я делала на 24-й год, скорее всего, больше как демо-версию, чтобы люди посмотрели, да, как, когда придут на личный годовой расклад, что они могут услышать, да, но вот был такой комментарий, не забуду, а как так всем подойдет одно и то же, вот, меня это очень сильно позабавило, почему, потому что, ну, люди не слушают вступления, вот, и, ну и да ладно, понимает каждый по-своему. Нет, сегодня будет на варианты, да, чтобы не было такого, что как так, всем одно и то же подходит. Вот, посмотрим, только энергию, я не буду смотреть события, ничего больше не буду смотреть, только энергию года. Вот, потому что, ну, я не люблю предсказательную систему, я в нее не верю, и поэтому стараюсь не делать расклады на такие темы, потому что там очень много нюансов. Вот, и все их учесть, ну, не получается. У меня, по крайней мере. Может быть, у кого-то из коллекторологов и получается, у меня нет. Вот, но все же. Так, позиции, видите, перед собой. Буду работать на безымянной колоде. Так, и давайте приступим. Позиция номер один, голубенький камешек. Видно, видно. Общая энергия единички этого года для вас. Общая энергия. Ну, прекрасно, мне нравится, не знаю, как вам. Вот, мне нравится энергия. Энергия расширения, энергия, хочу сказать, знаете, расширение себя. Расширение себя. Это может быть, причем, знаете, во всех сферах, то есть не только в контексте самопознания, а это может быть, если у вас есть свой бизнес, будет желание как-то вот расшириться. Хотела сказать завоевать новые земли, да, но метафорически глагол завоевать не совсем подходит. Да, он про расширение, вот, но здесь нету воинственно настроенной энергии, здесь энергия огромного потенциала. То есть вам будет даваться энергия и силы, и возможность на реализацию каких-то своих амбиций и желаний. То есть мы все знаем, для того, чтобы что-то получилось в нашей жизни, нам нужны силы, да, это мы их так называем. То есть физической силы, мы говорим, иногда не хватает, либо упадок сил. Так вот, на любое желание, на что-то новое, а в данном случае Шут и Ту-Жезлов нам указывает на новизну, для того, чтобы что-то новое пришло в нашу жизнь, нам необходима дополнительная энергия, помимо той, в которой, как говорится, мы каждый день варимся. И вот в этом году Ту-Жезлов нам дарит вот этот потенциал. То есть в какой-то период времени вы будете очень сильно ощущать прилив энергии. И вот вам будет хорошо, вы будете чувствовать себя, да, хорошо и наполнены. Так вот, когда у вас есть вот это состояние наполненности, это указатель на то, что на этой энергии вы можете реализовывать что-то в своей жизни, что вы хотите. То есть вам хватит сил. И в этом году Шут нам указывает на энергию, во-первых, на связь с высшими силами, либо кто во что верит. И эта связь, она будет вам, как путеводитель, она будет вам указывать, куда вам идти, двигаться. Важно в этом году не сомневаться по Шуту, не бояться, не как-то вот не беспокоиться, не тревожиться. С одной стороны, Шут нам указывает на полное доверие вашему внутреннему голосу, да, вот тому, куда он вас ведет. С другой стороны, король мечей указывает на мыслительные процессы. То есть, да, как говорится, доверяй, но проверяй. Но здесь больше в степени все равно Шут старше по званию, по чину, чем фигурный аркан.
Поэтому вот вы знаете, в этом году будете очень четко, очень ясно слышать то, что происходит внутри вас. То есть если у вас появится какое-то желание, оно у вас будет появляться. У вас будет, помимо желания, будет появятся еще какие-то амбиции, да, вот что-то я хочу. Ну, можно это тоже назвать как желание. Просто желание, мне кажется, это что-то такое более, ну, бытовое, мелкое. А вот амбиции – это что-то большое. Но, может быть, они привязываются исключительно к профессиональной сфере, я не знаю. Но здесь посыл такой, что энергия периодами, да, в большей части года будет даваться вам достаточно много, но не для того, чтобы вы ее расплескивали, а для того, чтобы вы что-то делали в своей жизни, да, то есть заземлили вот эту вот энергию через действие. Заземление происходит всегда через действие. И с одной стороны, вам как будто бы нужно доверять тому, что приходит, да, вот эти вот действия, то, что идеи какие-то приходят. А с другой стороны, будет вот желание как-то все обдумать, да, все просчитать. Допустим, если вы хотите расширить, к примеру, свой бизнес, да, либо куда-то переехать, побывать в новых местах, попутешествовать. Вроде бы кажется такая шальная идея. Почему? Потому что шут не говорит о далеких переездах, это больше в контексте пеших прогулок, да, либо путешествия автостопом. Ну вот как-то больше пешком и, может быть, в меньшей степени на машине. Но здесь не про поезд, не про корабль, не про самолет, ни в коем случае. Здесь все вот как-то, ну, хочется сказать, своими силами, да, то есть это должно быть легко, потому что это должно приносить удовольствие, наслаждение. То есть человек вот в своей медлительности, да, с одной стороны, но опять же таки вопрос медлительности, да, это вопрос времени. То есть один может семенить в силу, например, своего роста, да, ну, низкого роста, там, 1,60 м. А человек, ясное дело, по 2 метра. Вот. Один его шаг – это будет несколько шагов человека 1,60 м. Поэтому, ну, здесь все тоже субъективно, как, в принципе, все в нашем мире. Вот. Поэтому здесь движение, оно будет такое, знаете, ну, нескоростное. Давайте так скажу. Здесь бежать не получится. Здесь в этом году очень важно понять, какая энергия ваша, какая мысль ваша. Почему? Потому что, в принципе, все, что вам будет приходить в голову, да, в этом году, это все ваше, но у короля мечей эта огненная часть воздуха, она всегда говорит про движение и про скорость. То есть здесь мысли прыгают. Почему? Потому что есть ту жезла, потому что есть огромный вот этот вот огненный потенциал и есть вера в себя. Во-первых, здесь повысится самооценка в этом году, у кого были проблемы с этим, да, то есть появится вера в себя. И исходя из этого, да, вот, то есть ваша самооценка повышается, вам дают еще свыше больше энергии и силы. И по шуту появляется такое состояние «мне море по колено», да, то есть я дурак, и мне море по колено, я ничего не боюсь, я вот такой вот бесстрашен. С одной стороны, какое-то безрассудство, но здесь вас будет заземлять король мечей, который будет вот все анализировать и будет выбирать. И с другой стороны, вот эта комбинация, она и достаточно сложная. Почему? Потому что я чувствую потенциал, я могу заняться этим, этим, этим. А что выбрать, не знаю, потому что мне по душе и все три момента. А вот все три выбора я тоже не могу выбрать. Почему? Потому что надо сконцентрироваться, да, на одной какой-то энергии, на чем-то одном. А вот что, как это выбрать, как определить? Вот шут вам здесь в этом поможет, если вы будете слушать себя. Вот ваш внутренний голос, он вам будет четко говорить. И здесь будут такие моменты, когда это не сомнение. А вот шут и король мечей вот в таком соединении, они нам показывают, что... С одной стороны, есть вот эта вот непредсказуемость, безрассудство шута, а с другой стороны, логика и какой-то вот прошлый опыт короля мечей, его мудрость. То есть может показаться, что какая-то идея, которую вы хотите сделать, но она вот, ну, действительно какая-то, не знаю, не то чтобы глупая, она безрассудная. А с другой стороны, вы сразу включаете свою голову и говорите, да нет, такого быть не может, да, ну, то есть это нереально, у меня это не получится. И вот вы как будто бы себя тормозите, и вот будут такие периоды в вашей жизни. Опять же таки, сказать, что не надо себя тормозить, я не могу по королю мечей. Почему? Потому что ощущение того, что...
Здесь просто, знаете, мне такая мысль пришла. Вот с одной стороны, вот эта разумность, да, и логичность, она хороша, и она правильная, и она дает какое-то вот, какое-то чувство безопасности. Да? Почему? Потому что ну, есть, присутствует логика, да, и она как-то вот заземляет, она как-то предохраняет, остерегает, что ли, от необдуманных поступков. С другой стороны, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И вот в этом году вот сложность, наверное, вот в этом будет. Но, знаете, мне кажется, что не каждый год выходит именно потенциал, то есть туз жезлов и шут в контексте энергии. То есть не каждый год вы ощущаете именно единички, вот это, знаете, вот прилив энергии, и я хочу рискнуть. Возможно, в мечтах, фантазиях у вас всегда это присутствует, но вы слишком, хочется сказать, мудрые, слишком приземленные, чтобы необдуманно рисковать. Но иногда вот какие-то необдуманные поступки, да, которые иногда называются риском, они дают больше успеха. То есть иногда в жизни надо один раз рискнуть, и вот как будто бы последствия будет на всю жизнь. Но никто не может вам дать гарантию, насколько этот риск, он будет в плюс либо в минус, какие последствия будет нести. Вот здесь очень важно слушать себя, потому что у шута неспроста есть полное доверие высшим силам. Почему? Потому что он не настолько дурак, чтобы падать в пропасть, в классике, да, Уэйта, если вы помните. Но он настолько уверен в том, что с ним ничего не будет, что его подхватят ангелы, что небеса его будут охранять. И эта вера настолько сильна, и поверье ему и воздастся. Поэтому он даже не смотрит вниз. Да? То есть он старается все время находиться в более высоких таких вибрациях света и доверия, доверия жизни. И здесь вот как будто бы ощущение, что вот в этом году ваш риск, он будет заключаться именно в доверии. Вот довериться. Довериться жизни, довериться моменту. А здесь не про довериться людям, а здесь именно доверие жизни. То есть взять этот шанс, рискнуть, попробовать преодолеть свой страх. Да? То есть вот шагая в пропасть, по сути, это шаг доверия. Вот вам в этом году нужно будет сделать этот шаг доверия. И мне кажется, что в большей степени, ну вот где-то процентов на 70-75 вы справитесь, да, с этим моментом, потому что вы почувствуете именно вот этот вот прилив энергии, вы почувствуете вот эту вот веру, что я смогу, я справлюсь, да, у меня получится. Вот я не знаю откуда, бывают такие моменты. Мне кажется, что все сталкивались с яснознанием, когда бывает момент в жизни, ты не можешь его объяснить словами, ты не можешь понять, ну как, не то чтобы понять, а как-то сказать другим, почему ты веришь во что-то. Вот иногда спрашивают, ну, например, сдаете экзамен, и у вас вот прям стопроцентная уверенность, что вы получите наивысший балл. Его спрашивают, почему ты готовился или что? Нет, я не могу объяснить, но вот я точно уверен. И вот это вот точно уверен, оно действительно так и выходит. Вот в этом году у вас будут такие моменты, когда вы будете уверены. Знаете, какие-то могут быть сложные, причем вот эта вот вера, она появляется в какие-то сложные моменты, да? Не тогда, когда все хорошо, а именно тогда, когда сложные, когда уже все перестают верить, а вот вы верите. И вот какие-то такие моменты будут у вас в этом году, в 24-м. Что еще здесь по энергиям? Ну вот здесь сложность будет только определиться, именно в определении, потому что у шута нету, это не маг, у него нету конкретного вектора направления, у него есть концентрированная энергия, но на что направить эту энергию, он не знает. И король мечей, к сожалению, в этом году вам не помощник, да, то есть он может уже проанализировать готовый факт, но что-то вот, знаете, как проявить инициативу и определиться в чем-то, сделать выбор, он не может. И здесь получается огромный энергетический потенциал, туз жезлов, шут, это все про потенциал, про возможность. И с другой стороны, непонимание, к чему приложить. Это, знаете, как мы говорим, сила есть, ума не надо. Да? То есть вот здесь в этом году будет очень много силы, в том числе и энергетической, помимо физической. А к чему ее приложить? И здесь вы будете вспоминать о том, что а вот когда-то у меня были мечты, почему я их не записал. Вот сейчас самое подходящее время это реализовать, потому что у меня есть и ресурсы, у меня есть энергия, у меня есть абсолютно все.
Но, к сожалению, нету, ну, в голове, так я бы сказала, либо какой-то мечты, либо какого-то, ну, какой-то вот подсказки, к чему приложить усилия, понимаете? Вот в этом может быть сложность. Либо могут быть несколько вариантов, и вы будете задумываться, да, задумываться. И вот это вот раздумье, оно будет вас тормозить, и вы будете понимать, чем больше вы думаете и хотите определиться, тем больше вы сами себе вредите, потому что здесь как будто бы, ну вот, не знаю, поезд уходит, да, и вам говорят, ну, либо ты запрыгиваешь в последний вагон, либо нет. И вы сидите так, надо подумать, да, а мне надо в эту сторону, а хочу ли я поехать? И вам говорят, да здесь, вот пока ты думаешь, поезд уйдет, да, то есть надо вот сейчас, в моменте прям решать. Вот, в принципе, да, я бы сказала, прыгните в этот поезд, да, прыгните вы в этот последний вагон, не нравится, на следующей остановке сойдете и в любой момент можете вернуться, а вот запрыгнуть уже не всегда получится, да, то есть как-то так. Ну и хотя и вернуться, может быть, и не получится. Ну вот здесь вот это вот сложное, да, то есть мои мысли, мои скакуны по королю мечей, да, то есть я и это чувствую, что могу и это. И в конечном итоге, да, за двумя зайцами погонишься, за тремя в данном случае ничего и не поймешь. Берите. Вот что получится. Вот сначала возьмите, а потом подумайте. Да, это тот случай, как будто вот надо сначала подумать, а потом уже определяться и решать. Ну, то есть отпустить в любой момент вы сможете. А вот схватиться нет. Да, потому что шанса такого может быть второго и не быть. Ну, в общем, очень хорошая энергия. Здесь расширение. Здесь вы прям, знаете, такое чувство, что человека распирает, да, вот прямо изнутри. И вот это вот ощущение распирания – это дополнительная энергия. Вот. Ну, если кто-то в этом году будет задумываться на проработке самого себя, то здесь как раз-таки вот хватит сил поработать со своими какими-то страхами. Здесь не про углубление, а здесь вот в моменте, знаете, когда что-то всплывет, и вы почувствуете, что я боюсь, вот прям у вас будут силы, чтобы шагнуть вот в эту неизвестность. Плюс ко всему, шут у нас всегда указывает про обучаемость, да, это любознательность, это интерес, это открытость миру, полное доверие и хочу все знать, да, познание. Только если у пажа жезлов это вот как в потенциале, то у шута это намного шире и намного больше. Поэтому в этом году вы можете учиться. Учиться у жизни, учиться именно на практике. И здесь обучение мне идет такое достаточно позитивное. Почему? Потому что даже совершая какие-то ошибки, вы не будете огорчаться. То есть если ранее, да, включая вот этого вот товарища, да, короля мечей, вы могли бы как-то себя осуждать, критиковать, иметь какие-то большие требования к себе, то вот в этом году вы как-то проще будете относиться к ошибкам. Они будут как вот какая-то игра. Почему? Потому что вот вы не будете терять энергии. Это очень важно. То есть, знаете, вот иногда ты говоришь какие-то слова, и люди их вроде бы слышат, да, и в контексте семантики они понимают это слово. Но смысл именно в глубину непонятно до тех пор, пока вы не встретитесь с этой ситуацией. Вот когда у вас случится такое, что вот прям, ну я не знаю, распирает, и мне абсолютно все равно. Это в некоторой степени шут, глупость, да, напоминает моменты влюбленности, да, мы также тупим. Когда мы влюблены, вот, потому что отключается, да, логика, включается весь этот гормональный биосинтез внутри нас, да, и мы начинаем как этот весенним гоне тупить. Вот, мы становимся безрассудными. Вот здесь примерно такая энергия, и когда вам вот этот момент безрассудства говорят, да, осторожно, ты переходишь через дорогу, тебя может сбить машина. Ответ безрассудного человека: а мне все равно, мне и так хорошо, да, то есть вот я и так парю, со мной ничего не будет. И волшебным способом машина не сбивает. Она либо тормозит заранее, либо как-то объезжает, бибикает, обзывает и едет дальше, и ничего не происходит. Вот. То есть вот какие-то такие моменты, опять же, это когда мы находимся сейчас в спокойном состоянии, я вам что-то говорю, вы говорите, ну окей, да, интересно, да. Ну не знаю. Ну, поживем, увидим, да, посмотрим. Но когда наступает такой момент, и вы включаетесь и проживаете его, ваше восприятие, оно другое. Не такое, когда вот вы находитесь в нейтральной позиции. Поэтому то, что я вам сейчас говорю, это может показаться, ну, как-то вот очень странноватым, но
Я здесь делаю акцент на эту энергию. Почему? Потому что вот последние годы здесь не было такого прилива энергии. Вы вот прям ощутите. Здесь, знаете, допустим, если вот в прошлые годы у вас было желание, там, я не знаю, ну, найти себе вторую половину, там как-то поиск реализации в профессиональной сфере, либо еще что-то, то в этом году, честно говоря, вот вам на это все будет искренне наплевать. Вам настолько будет хорошо жить в этом году, то есть вы будете настолько кайфовать вот от этой энергии, это будет что-то новое для вас. Что вот это вот, во-первых, оно, дополнительная энергия, она поднимает вам вибрации, и вы уже не звучите на тех энергиях, которых звучали в прошлом году, да, то есть, допустим, в прошлом году в первом классе, а сейчас вы уже во втором. И находясь во втором классе, ну, вам, конечно же, все равно там на грамматику, на буквы, как писали в первом классе, на наклон, почерк и так далее, да, вы уже типа, ну, стали мудрее и более опытнее. Ну, здесь вот такая вот какая-то энергия, огромного потенциала, и вы им наслаждаетесь. И поэтому вот этот момент наслаждения, знаете, когда вам дарят какой-то подарок, и вы очень счастливы, и вы хотите сразу, то есть вот ощущение счастья – это прилив энергии. И вы хотите сразу позвонить подруге и сказать: «Ой, слушай, мне вот этот букет цветов подарили, или вот этот подарок», да? То есть вот этот вот порыв с кем-то поделиться. Вот этот порыв поделиться – это и есть отдать часть энергии, потому что полностью самостоятельно принять эту радость, этот прилив энергии я не могу. Для меня это много, у меня емкость маленькая, и я не могу ее пропустить. Поэтому желание с кем-то поделиться, что-то отдать – она указывает на то, что человеку надо отдать часть этой энергии, чтобы ему было комфортно. То есть, проще говоря, расплескивать. Вот в этом году как раз-таки будет, с одной стороны, концентрированная энергия. И чтобы ее не расплескивать, вот знаете, вот поделиться с этим, этому рассказать, тому рассказать, там, еще что-то, у вас должна быть как минимум одна цель, к которой вы будете стремиться. Вы можете прямо сейчас уже сесть и написать там список своих желаний, что вы хотели бы сделать. И когда у вас будет прилив этой энергии, вы просто открываете свой список и смотрите, говорите: вот туда я волью эту энергию. То есть не на кого-то, чтобы поделиться, рассказать. А именно вот в момент радости, да, счастья, прилива энергии, когда мы еще чувствуем этот прилив энергии? Когда мы находимся на каких-нибудь фестивалях, концертах музыкальных. Видели когда-нибудь, да, какой-нибудь рок-фестиваль? Не знаю, присутствовали или нет, но однозначно видели. Вот все как сумасшедшие. Что-то там кричат, поют. То есть у них столько энергии, да, вот если бы эту энергию взять и в этот момент запустить в энергостанцию, да, точно целый город бы был освещен. Вот в этом состоянии вы будете пребывать, ну, конечно, не все время, да, но вот какую-то вот большую часть этого года. Поэтому направляйте эту энергию во что-то полезное. Ну вот давайте мы просто посмотрим, во что хотелось бы. Ну, двойка кубков. Ну, хороший, да. Хороший ответ, мне нравится. Нет, я не скажу в любовь к партнеру. Нет, я не скажу. Я буду такой, знаете, вот достаточно эгоистичной. Я бы сказала научиться балансировать и гармонизировать эту энергию, да, чтобы не было вот как в электричестве перепадов давления, да. То светит ярко, то лампочка тухнет. Нет, здесь вам нужно будет в этом году научиться управлять этой энергией. То есть если вы научитесь, это будет вообще супер, потому что и в последующие года, возможно, вы сможете достигнуть такого уровня, когда у вас будет высокий, постоянно высокий, высокое, так скажем, напряжение электричества будет проходить через вас, и вы сможете очень гармонично им управлять. Также здесь можно, двойка кубков у нас указывает про дружбу, союз, тандем, да, то есть про некую такую парность. То есть вы можете свою вот эту энергию, помимо того, чтобы находиться самой, либо самому в гармоничном сбалансированном состоянии, вы можете эту энергию направлять на, знаете, как выравнивающая энергия баланса в каких-то моментах во взаимоотношения с людьми. То есть если где-то, например, идет какой-то перекос в общении, ну, то есть, проще говоря, перекос, какой-то конфликт, какая-то ссора, неудовлетворенность, я не могу договориться, непонятные отношения, но вам это важно, да, в общении с этим человеком, вы можете направить туда энергию, но не в контексте того, что я подпитываю этого человека, а в контексте того, что я выравниваю. Что-то там идет не так. Какой-то перекос, да, если есть дискомфорт, дисбаланс, есть какой-то перекос. Вот направлять, уметь, научиться, скорее всего, да,
вот этой вот своей энергией, сбалансированной, гармоничной, выравнивать какое-то энергетическое отклонение, вот какой-то дисбаланс, да, именно во взаимоотношении с человеком. Может быть, ваш начальник, может быть, друг, коллега, партнер, родственник какой-нибудь, неважно, да, здесь какой-то человек. То есть здесь научиться быть в балансе, научиться выравнивать эту энергию, да, то есть управлять, уметь управлять, видеть это. Ну и на развитие, да, на развитие. В принципе, здесь дается на развитие, на движение вперед, на расширение, на приумножение того, что у вас уже есть. То есть, допустим, если вы работаете на себя и вам нужно увеличить базу клиентов, вот в этом году у вас будет сила, возможности больше общаться, больше привлекать людей, больше быть на виду, да, как-то уделять внимание, да, своим, больше внимания уделять своим клиентам и тем самым вот притягивать, да, чтобы люди получали качественную услугу и дальше работал сарафан. И вот, ну, то есть движение, оно должно быть, да, через расширение. Здесь все идет через действие. Здесь нету моментов на подумать, на планирование. Нет, здесь все должно быть через действие. Главное событие, одно главное событие этого года. Ну, король жезлов, да, король жезлов здесь. Для кого-то это, конечно же, фигурный аркан, это может быть персонаж, да, для кого-то это может быть человек с такими качествами. Вот это самое главное. В какую роль он будет выходить, я не знаю. Но здесь этот человек будет важный для вас. Для кого-то здесь главное событие, оно будет связано больше по качествам короля жезла. Да? Это коммуникация, это ответственность. Но ответственность не по императору такая, знаете, серьезная, а умение брать на себя ответственность, вот какие-то важные критические моменты, да, вот то, что я говорила здесь по шуту, будут такие моменты, когда либо я сейчас рискну, либо нет, да, то есть когда я проявляю инициативу, здесь больше про инициативу у меня идет и про коммуникацию, то есть вы акцент делаете и причем на рост, да, король жезлов нам всегда указывает на развитие, в данном случае больше вот в контексте самопознания духовного какого-то такого развития, да, расширения своих познаний, то есть все, что связано с Творцом, поскольку жезловая масть, она самая близкая к эфиру, к первоначальному, скажем так, первоначальной материи, да, энергии. Поэтому король жезлов здесь, ну, может быть, да, как олицетворение посредника между высшими силами, да, и вот в данном случае вами. Ну, то есть здесь не как личность, а вот именно как переходный этап. То есть вы очень близки к развитию, да, к тому, чтобы прийти вот именно к истинным знаниям без искажения. Я вот об этом, да, то есть будет шанс, будет возможность что-то узнавать такое, что будет вам, во-первых, как-то вот тянуть вас вверх, да, к, не знаю, как-то здесь, этот год вообще он будет как-то вот с развитием связан. Очень много общения, очень много коммуникации, знакомств и вот что-то, что связано с познанием, но не через отшельника, когда мы углубляемся внутрь себя, а здесь как будто бы мы очень многое узнаем от других людей, через информацию, которую мы получаем в диалоге, в беседе. Здесь будет очень много переписок, будет очень много разговоров. Король жезлов также нам указывает на какую-то такую профессию, где используется слово, да, то есть это может быть учитель, это может быть там наставник, проводник, это может быть какой-нибудь коуч, то есть человек, который передает информацию, но передает ее именно через слово, то есть это не писатель. Это может быть журналист, к примеру, да, это может быть человек, который обучает сценической речи, да, либо правильно поставленной речи. То есть здесь вот все, что связано с вербальной коммуникацией, это будет важным событием в этом году.
Да, ну, десятка мечей нам указывает на то, что идет завершение, да, то есть здесь может быть, в принципе, завершение вот этой вот энергии обесточенности, да, то, что вот была в 23-м году, то есть ставим точку на этом, да, и идет какое-то новое наполнение. Ну, вот здесь и указан отшельник, о котором я говорила, то есть идет завершение какому-то этапу одиночества, у вас, знаете, как это... Отшельник дозрел до того момента, когда ему стало скучно в одиночестве, и он захотел как-то пообщаться с другими людьми, либо донести какую-то свою истину, свою правду до людей. Но проблема у отшельников в чем заключается? В отличие от иерофанта, который передает знания высшего плана, да, в принципе, без искажения людям, то есть он передает не свои знания. Отшельник, он передает свои субъективные инсайты. А поскольку в одиночестве, когда мы о чем-то размышляем, созидаем, да, что-то анализируем, мы, конечно же, приходим к каким-то выводам. И эти выводы зачастую они вот нас как-то озаряют, да, мы что-то понимаем. И нам в этот момент очень хочется поделиться, да, рассказать другим людям, что вот смотри, к чему я пришел, это классно, я понял, оказывается, жизнь вот такая. И очень хочется этой мудростью поделиться, но эту мудрость никто не понимает. Почему? Потому что у каждого человека свой опыт. И отшельник, еще раз скажу, в отличие от иерофанта, он передает свои субъективные инсайты. Он передает то, что понял он. Но то, что он понял, он делает эти выводы, исходя из своего опыта. У другого человека может быть другой опыт. И поэтому инсайты отшельника, они могут быть чужды другому человеку. Вот в этом у отшельника может быть проблема, да, что меня не понимают. Я ведь говорю такие глубокие слова, да, но они глубокие для тебя. А для другого они могут не иметь ценности, зачастую они не имеют ценности. И отшельник очень раздражается, очень злится на этот счет, потому что, ну как же так, да? Я сейчас говорю такие вещи, а другой человек не понимает, потому что у него другой опыт. Вот. И здесь велика вероятность, что заморочился наш отшельник быть в себе, да, что-то копаться. Нужно ему какие-то внешние раздражители. Раздражители не в контексте людей, которые будут раздражать, а восприятие новой какой-то информации. То есть здесь отшельнику нужно... получить новую дозу информации, восприятия мира, не знаю, каких-то ситуаций, моментов, может быть, для того, чтобы он потом дальше заново отстранился, да, от этого мира и анализировал то, что он получил. То есть как будто бы здесь человек иссяк на самокопание. То есть все, что можно было вскопать, да, я уже вскопал, все уже разрыхлил, все, ничего нету, да, нету почвы, мне нужна новая почва. Вот он выходит в мир, и это классно, это здорово, здесь будет много интересных людей, много новых знакомств, вам будет в большей степени по шуту, вы будете позитивны в этом году, и будете воспринимать ваши перемены, самое главное, с юмором, да, то есть вот вы как-то будете относиться... ко всему достаточно легко через юмор. То есть если вы что-то не понимаете, вы просто над этим посмеетесь и все. Вот. Но это не сарказм, а это переведете все в шутку. Да? И тем самым вы разрядите, обнулите вот эту отрицательно заряженную энергетику. Она таким образом обнуляется. То есть вы сбрасываете накал, вы сбрасываете какое-то напряжение, да, которое присутствует. Вот такой будет год. Ну, мне нравится. Не знаю, как вам. Вообще, что все, что связано с шитом, это всегда интересно. Скучно не бывает. Скучно не бывает. Так, первая позиция. Вторая. Голубой-красный. Красная. Красная позиция. Красный камешек. Вторая позиция. У меня все в голове. Вот когда я выхожу из одной позиции, да, когда погружаюсь глубоко и переключаюсь на другую энергию, на другую позицию, я как это, знаете, человек, который сидел под водой, вынырнул, и он так... воздух хочет схватить, чтобы опять нырнуть. Вот в момент, когда набираешь воздуха, да, у меня такая голова кружится, я ничего не понимаю. Думаю, что я говорю, никакой логики. Вот, а сейчас, значит, мы заново ныряем. Вторая позиция. Что я хочу посмотреть? Энергию года. Мне уже нравится. Вообще супер. Смотрите, великие арканы. Да? Вообще супер. Видно, что я вытаскиваю перед вами? Ого!
Прям три великих аркана, да? Классно. Я люблю великие арканы. В чем разница от младших? В том, что на энергию великих арканов мы повлиять не можем. Она случится так или иначе. На младшие это больше... Младшие арканы описывают ситуативный ряд. И это то, на что мы можем повлиять. Мы можем понять, да, что нам описывают малые арканы, и изменить эту ситуацию. На энергию... То есть на саму суть великих арканов мы повлиять не можем, потому что это энергия, на которую мы не можем повлиять. На действие, что описывает младший аркан, мы можем повлиять, а на энергию нет. Поэтому здесь энергия этого года, она будет очень интересная. Первая часть, значит, первая, ну, может быть, вот весной, да, где-то там, март, апрель, да. Ну, в мае я не уверена. Вот где-то на стыке конца апреля, начала мая, вот где-то вот до этого момента будет энергия такая достаточно... проблематичная. В контексте чего? В контексте того, что вот будут какие-то страхи, будут какие-то сложности, трудности... Знаете, вот как будто не будет сил, не будет какого-то желания так что-то собраться, что-то сделать. Вот, ну, я ощущаю какую-то вот слабость, да, слабость, недостаток. То есть вот в этот период здесь не принимаются никакие решения, ну, потому что это, ну, нелогично вообще, потому что в таком состоянии... здесь такая энергия, когда, знаете, человек весь день работал, устал, и вот он вечером приходит, как говорится, домой без ног. И вот единственное, что, о чем он мечтает, это сесть, снять обувь, протянуть ноги и вздохнуть. И ему даже, как говорится, пальто и шапку снимать не надо. То есть вот просто оставьте меня в покое, я вот посижу, приду в себя. Здесь вот такая энергия. В такой энергии, конечно же, что-то новое начинать, принимать решения, там, либо нести ответственность, вообще не об этом. Поэтому, ну, здесь не то, чтобы постоянно вот будет в этот период так, но здесь ощущение того, что, ну, сложный какой-то период. Здесь надо будет как-то все время себя держать в ежовых рукавичках, все время надо как-то себя... мотивировать, заставлять в некоторой степени, да, прикладывать какие-то усилия, преодолевать. Ну вот сложно, мне почему-то сложно идет. Я не знаю, может быть, будут какие-то трудности, ситуации. Может быть, даже и с финансами что-то будет, где вот, ну, понадобится ваша энергия, понадобится прикладывать как-то усилия. Вот не хочется, а вы себя заставляете, там, я не знаю, не хочу я идти на работу, достала, все, люди достали, оставьте меня в покое, но надо, да, потому что вот это вот надо, вот здесь вот все, здесь как-то, знаете, на честном слове все держится у вас, потому что, ну, вот сил уже нету, и истекли, иссякли, вот, но надо сделать, и вы это делаете, вот какая-то такая энергия, через преодоление. Может быть, будут какие-то моменты, когда будет что-то вас пугать, страшить, тревожить, бояться. Но вот вы тоже будете себя как-то преодолевать. В принципе, вы молодцы, потому что здесь вот будет показано, насколько вы выносливы. Насколько вы сильны и насколько вы выносливы. Вот какой-то вот период, опять же таки, это не постоянный, вот как я сказала, да, в те месяцы, а с периодичностью определенной. Но мне кажется, это так часто... что вот если бы это было, например, там что-то происходило раз в месяц, как-то есть период на время, на восстановление. А здесь вот такое ощущение, что только с одним расправишься, потом еще что-то другое. Какой-то вот не то чтобы бег с препятствиями, а вот путь с преодолениями, да, преодоление. То ты на эту горку, то ты с этой горки, то там, я не знаю, как в легкой атлетике с барьером, или как это, перепрыгивать надо через что-то. Ну, то есть, хочу сказать, заколебался, оставьте меня в покое. Далее наступает такой достаточно большой период, он захватывает лето, и мне кажется, ну, вот сентябрь, да, октябрь, где-то, может быть, до середины, но не у всех, но сентябрь точно. Это
период по аркану умеренности – это период восстановления, да, когда вот будет вроде такое затишье, и в какие-то моменты вам даже будет некомфортно от этого, то есть почему ничего не происходит, да, почему нету, то есть вы настолько привыкнете весной вот к этому, знаете, напряжению, как будто бы вот вас готовят, там, я не знаю, к спецназу какому-то, да, среди ночи разбудили, облили вас ледяной водой из шланга, вы так еще не проснулись, но вот из-за того, что вода ледяная была так это взбодрилась, потом вам сказали, бегите, вы бежите, а потом в процессе спрашиваете, а куда надо бежать, но сначала надо побежать. Ну, то есть вот какая-то такая энергия, не совсем, я не понимаю, что со мной происходит, но я делаю, да, то есть я сначала делаю, потом думаю, и все это вот какие-то короткие сроки, и какие-то дедлайны, все в сжатое время, и все надо успеть, и все надо сделать. И вот после такой закалки наступает период расслабления. И вам кажется, что, знаете, здесь человек, который, например, жил долгое время в какой-то, я не знаю, военной зоне и слышал вот в этой, как пролетают самолеты либо взрывы, да, он настолько научился чутко спать, что сейчас, да, как будто бы вот в период восстановления, ну, нету никакой опасности, а человек все равно вздрагивает во сне, да, и просыпается, вот, потому что ему кажется, что вот сейчас что-то случится, он должен быть в боевой готовности. И вот у вас летом вот будет какой-то такой, вроде бы такой хороший период, когда можно наслаждаться жизнью, расслабиться, ну, вот как это, солнышко вышло, да, ваша весна, она наступила летом. Но вы все равно как-то вот вздрагиваете, да, с опаской, что ну не-не, что-то здесь какой-то подвох. Ну не может быть, чтобы вот все так хорошо и все так спокойно. Опять же таки, хорошо не в контексте, что вот вы будете прям счастливы, а в контексте того, что ничего особого такого происходить, чтобы вас напрягало, так как было осенью, не будет. То есть вам как будто бы дают какую-то передышку. Но когда вы привыкли все время бег с препятствиями, трудностями, и вас готовили к спецназу, вот. А тут вам говорят, а ты идешь на гражданку, ну, типа, какая гражданка, да, то есть, а разве это реально? Вам говорят, да-да, реально, реально. И вы все равно вот в ощущении того, что нет, что-то здесь не так, да, ну не может быть вот по умеренности, чтобы вот так вот все спокойно. На самом деле все будет проходить спокойно, даже если будут какие-то ситуации, вы с ними будете справляться. Вот здесь энергия больше дана на восстановление, потому что очень много энергии вы потратите, как я уже сказала, весной, и вот вам дается намного больше период, я не могу сказать, что вот столько же, да, но вот чуть больше половины того, что вы затратили на то, что вы восстановились, то есть вот, представляете, да, там за 2 месяца, сколько там, я сказала, да, 3 месяца может быть, вы тратили эту энергию, а дается на восстановление, ну, по-моему, там 3, 4, 5 месяцев. 5 месяцев дается на восстановление. То есть это намного больше период. То есть какие затраты у вас были. А в этот период особо по умеренности я не вижу, чтобы что-то такое проходило. Мне просто показывают солнышко и ромашки. Очень много света, света, тепла, вот прям свет, 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 не вижу ничего, кроме света и почему-то ромашки, не знаю, почему ромашки, вот, наверное, в контексте чистоты и простоты и, ну, вот какой-то легкости, что вот вы как-то порадовались. Так, знаете, коварно подталкивают вас к аркану влюбленных, который начнется с октября, где-то там. Где-то середина октября, может, конец октября, и до конца года, аркан влюбленных, тогда у вас появится такая энергия, когда вы как-то, вот знаете, выздоровели, насытились, вы полны сил и можете что-то сделать, что-то решить в своей жизни. И тогда наступает аркан влюбленных, который говорит о том, что вы встанете перед выбором. Ну, то есть, окей, ты прошла какую-то подготовку, обучение, да, мы дали тебе период на восстановление, а теперь ты, хочешь сказать, ринешься в бой, но нет, здесь не про это. А теперь будет какой-то вот этап активности, да, какой-то вот реализации, проявления себя. Но для того, чтобы ты начала действовать и к чему-то прикладывала свои силы, которые ты восстановила, либо восстановил, тебе необходимо определиться со своим путем, выбором. Да? То есть здесь нужно будет совершить выбор, куда вы дальше пойдете.
То есть вы как будто бы в процессе отдыха и собирания ромашек, как три богатыря, придете на развилку, на распутье. Знаете, так подумала, развилка, да? Развилка. Только это развилка из, вилка из, из трех зубцов. И, кстати, напоминает посох этого Посейдона. А Посейдон – это как раз кинусолицетворение нашего состояния души. Да? И три мира, которым он управляет, три уровня. Бессознательное, сознательное, сверхсознательное. Ладно, просто информация пришла такая. Так вот, вы встанете перед каким-то выбором, да, то есть к чему вы будете прикладывать усилия. Вот, но это будет уже осенью, и здесь, знаете, здесь нету вот этой вот энергии, которая очень часто вам сопутствует, неуверенности. А здесь энергия будет, ну, вы сможете сделать выбор, здесь вообще не стоит вопрос, здесь нету сомнений. Здесь просто как-то вам открываются дорога, как возможности какие-то, вариативность. Вот, то есть выбирай, да, что ты хочешь, куда ты пойдешь, на что ты будешь смотреть, туда ты и пойдешь, туда ты и покатишь. Вот, и вы справитесь здесь, здесь прям вы найдете то, что вам по душе и то, что вам откликается. Вот такие энергии будут. Смотрим события, да, события этого года. Ну, главное событие, да, по рыцарю кубков, это всегда какая-то душевность, да. Это состояние души, которое познает сама себя. То есть здесь все, что будет происходить, вам это будет нравиться. Да? Это уже действие, это не паш, как планирование, да, это уже есть действие. То есть, возможно, то, что вы уже делаете, вы это будете развивать. Суть здесь продолжать делать то, что вы делаете, и делать это с удовольствием и, знаете как, с откликом в душе. Вообще рыцарь кубков, когда выпадает, особенно на сигнификацию, это всегда люди, которые, знаете как это, любят душевные, такие задушевные беседы. Это тот человек, которому можно довериться, человек, который тебя выслушает. Такая, знаете, приятная жилетка, да, в которой можно поплакаться, либо вот, не знаю, вот этот случайный попутчик, да, в поезде, как говорится. Когда ты кому-то рассказываешь, и ты не понимаешь, почему ты рассказываешь именно этому человеку, и вот все свое нутро как-то выворачиваешь наружу, но тебе от этого хорошо. И вот здесь главное событие этого года – это вот это вот хорошо, это состояние вот этого хорошо. Если мы это приписываем какому-то событию, то это может быть, конечно же, поездка, поскольку это рыцарь, да, это какое-то движение. Но это может быть даже и метафоричное какое-то движение по... на протяжении всего этого года. Но это, знаете как, это не... это путешествие как-то для души. Как в прямом, так и в переносном смысле. Ну, то есть в прямом это какая-то дорога, а в переносном это вот движение по жизни. То есть главное событие – это то, что вы будете делать, тем, то, что созвучно вашей душе. Угу. Иерофант. А то, что правильно, да, возможно, в этом году как раз-таки вы и будете главное событие, да, и измените свое отношение, свое восприятие, свое мировоззрение к чему-либо. То есть, я, знаете, я не могу вам сказать здесь точно какое-то самое главное событие, которое будет для вас, там, я не знаю, устроитесь на работу, там, выйдете замуж, либо еще что-то, рождение ребенка. Нет, здесь даже не про это, а здесь... про то, что вот в этом году вы продолжите меняться, но вот эти изменения в вашей жизни, они не будут как в 23-м году очень резкие, они будут более плавные, более мягкие, то есть вы как-то знаете, человек, который уже адаптировался в физическом мире, и он уже понимает, как ориентироваться, на что можно ориентироваться, и ему движение, оно дается чуточку проще. То есть здесь события. Ну вот, видите, Верховная Жрица, то есть здесь события непосредственно связанные с вашей душой, да, то есть вот главное событие, наверное, это и продолжение изучать себя, да, продолжаете изучать себя, углубляться в себя.
познавать себя, либо как-то вот балансировать, лечить себя. Но здесь, знаете, здесь нет такого, что вот я прям погружаюсь, да, в себя или что-то. Здесь как будто бы вот процесс очищения, он идет не в пассивности, когда я остановился, а вот именно в активности. То есть я что-то делаю, я понимаю, что сейчас я делаю неправильно, где-то что-то накосячил. И я в процессе сразу меняю. То есть если раньше вы как-то, может быть, анализировали, думали, что не так, почему, как-то переживали, эмоционировали, то сейчас у вас так, что-то сделала, ага, видимо, я что-то не так делаю, потому что у меня не получается. И вы сразу изменяете. Ну, то есть здесь состояние вообще более комфортное. Вот в этом году главное событие то, что вот вы делаете все правильно, потому что вы прислушиваетесь к себе. Видите, здесь рыцарь кубков и верховная жрица указывает на внутреннее состояние. Тем более иерофант у нас тоже указывает на правильность, на энергию правильности. Ну, может быть, дорога к семье, либо дорога с семьей, да, какое-то путешествие, но еще пока непонятно, куда вы поедете, если все же говорить о каком-то событии главном. Может быть, в вашу семью войдет какая-то новая женщина молодая. Ну, там, я не знаю, если вы взрослый, у вас есть взрослые дети, да, может быть, невестка войдет. А может быть, брата, жена придет, да, вот что такое. То есть, может быть, здесь брак, и войдет какая-то новая женщина, да, невестка. Если это не касается семьи, то, возможно, вы найдете в этом году какого-то наставника себе. И этот наставник будет женщина. Либо, если не привязываться к полу, то здесь этот наставник, он будет краски связан с эзотерикой, и ваши энергии, они будут, ну, подходить, да, они будут созвучны. Но бывает иногда наставник вообще, ну, не гармоничный вам, то есть, ну, вам не подходит ни его речь, ни его манера, а вот здесь вот он как будто бы, знаете, вот вы только в более... не то чтобы в зрелом возрасте, а более опытный. Вот, допустим, вот как вы будете, там, я не знаю, через 10-15 лет. Ну, то есть что-то очень вам созвучное, и поэтому обучение, оно будет здесь комфортное, кому оно интересно, важно. И чувство здесь такое, знаете, правильности. Вот на протяжении всего года. Вот я все делаю правильно, потому что вот как-то слушаю себя. Да, движение вперед. Я иду вперед, и я понимаю, что я двигаюсь правильно. Вот как-то так. Вообще интересно, да, это была вторая позиция. И интересно энергии. Вот в этом году я уже ощущаю, что вот этот год, голубой красный, этот год будет другим. Вот он не такой, как предыдущий, он отличается большей энергией. Я извиняюсь, но голос, горло пересохло. В этом году много огня. Много огня, и, ну, как следствие, и в мире будет много огня. То есть вот пожары, извержения вулканов, вот все, что связано с огнем, либо очень жаркое лето. Вот прям я ощущаю в этом году очень много стихии огня. Так, вторая позиция, нет, третья. Боже, я туплю, но вы знаете, да, есть вот здесь вот главы, куда вы можете нажать и понять, в какой позиции вы находитесь, либо тайм-коды в описании. То есть не перепутайте, если я что-то не так скажу, да, найдете, какая позиция и что. Троечки, смотрим вас. Общая энергия. Общая энергия этого года. Аркан мира. Ага. Король кубков. И повешены. Ага, здесь на один аркан меньше, да, великих, нежели было во второй позиции. Ну, тоже интересный год. Интересный год. Какая энергия, да? Завершение. Завершение прошлого. Такая тоже, знаете, с одной стороны, вроде бы завершается прошлое, а с другой стороны, вот момент, когда, казалось бы, уже все, ну, закрой дверь и иди в будущее, последний момент вы как будто бы зависаете.
в последний момент вы решаете, что нет, мне надо как-то остановиться, и вот как-то вот в последний момент передумать, может быть. Вот, знаете, когда говорят, давай присядем на дорожку. Я все время думала, для чего вот это вот примета, да, или как это можно сказать, посидеть на дорожку. Причем посидеть именно в тишине. То есть не просто посидеть, а именно ни с кем не разговаривать, а посидеть в тишине. Посидим на дорожку. Вот. С одной стороны, говорилось о том, что это вот как будто бы будет все хорошо, да, то есть, ну, создадим тишину. А я для себя сделала такой вывод, что вот это вот выражение, оно как будто бы для меня дано для того, чтобы ты в последний момент, если вдруг что-то не понравилось, давался шанс тебе передумать. То есть вот ты сядь на дорожку и подумай, да, типа, а действительно ли ты хочешь туда? И прими окончательное решение, иди. То есть как вот как последний, как второй шанс. То есть ты в последний момент можешь еще, у тебя есть еще возможность передумать и не пойти, и не поехать, да, вот что-то сделать. То есть потом, если ты уже встанешь, да, ты уже назад не вернешься. Ну, то есть дороги обратно не будет, я имею в виду в принятии решения. Вот здесь что-то такое. То есть с одной стороны будет вот эта энергия, да, я хочу завершить, да, я уже созрел. Здесь чувствуется вот у троечек такая, знаете, взрослость, зрелость, усталость одновременно. Вот, но как-то так, знаете, изначально мне идет, что вот вроде бы вы такой... Либо такая молодая, юная, да, где-то 20 лет, а потом закрываете глаза, открываете, и вы уже где-то там, я не знаю, ну, вам лет 60, 55, где-то так. То есть как-то вот очень быстро время пробежало, да, и вы стали зрелыми. Почему я эту цифру говорю про возраст? Потому что вот здесь ощущение того, что вот я вроде бы был вчера юный, а сейчас я уже какой-то взрослый стал. Вот прям вот очень взрослый. Не старый, а именно взрослый. Вот какая-то, вы знаете... как говорится, седина в бороду и без ребро. Но здесь не второй части нету этого выражения. Здесь есть такое, что вот как-то вот я неожиданно повзрослел, да, я неожиданно как-то созрел. Но вот здесь не то, чтобы психологическое какое-то созревание, а здесь чисто субъективное ваше восприятие. Вот иногда люди, знаете, так ощущают, что себя, что... Что-то я постарел, да. Я не люблю это слово, но вот здесь как будто бы что-то такое. И опять же таки, это ощущается тогда, когда есть какая-то тяжесть, груз, ответственность. Ну, то есть нету легкости, нету гибкости, нету вот какой-то радости жизни, что ли, наслаждения, удовольствия. Вот, как правило, в те моменты, да, люди говорят о том, что что-то как-то я, этот самый, знаете, я постарел. То есть в молодости, после работы в бар, на тусу, а потом опять на работу, это было все хорошо, а тут вам друг говорит, либо подруга, пойдем потусуем, вы, ой, слушай, мне бы до кровати дойти, да? Мне бы прилечь до дома, дойти как-то, вот присесть, какая я сейчас не для тус. Ну, то есть, и тут вы понимаете, что вот как-то, что-то я как-то изменился, тяжелый на подъем, либо тяжелая на подъем стала. Вот здесь вот какая-то такая энергия в этом году будет. С одной стороны, я вроде бы все уже хочу что-то завершить, хочу перемены в своей жизни, да, хочу вот закрыть дверь в прошлое. А с другой стороны, вот вы знаете как, вы открыли дверь, вы зашли в это будущее, закрыли за собой дверь, а потом присели, облокотились на ту дверь, которую закрыли, и думаете, а нафига я сюда пришел? Что я в этом будущем забыл? Может быть, мне вот пока я еще не удалилась, может быть, мне встать и открыть и заново вернуться? Ну, то есть, вот почему я здесь? То есть, такое вот ощущение, что не совсем я понимаю, а зачем я здесь нахожусь? То есть, вот там вот в прошлом все было понятно, все это было известно. Такое бывает, знаете, как при переезде, да, то есть в своем городе, в своей стране, да, на какой-то вот привычной обыденной жизни ты царь и бог, потому что ты все знаешь, у тебя есть связи, у тебя есть контакты, и ты чувствуешь себя вот адаптированным. А тут ты переезжаешь даже в другой город, я уже не говорю о другой стране. И ты понимаешь, что надо начать все с нуля. Надо сделать этот первый шаг. А я не знаю, с чего начать. Такое ощущение, вот как будто бы я заново начинаю жить, но я как-то вот не знаю, не приспособлен. То есть
Там мне все было понятно, да, либо это вот работа, сменил работу. На старой работе я знала, вот во столько я приду, здесь вот кто-то опоздает, здесь мне, если я там иду пораньше, меня там прикроют, ничего не будет. А здесь такого нет на новом месте, да, я никого не знаю, я не знаю, как мне быть. То есть вот какая-то такая, знаете, с одной стороны растерянность, и вот в этот момент здесь главное состояние энергии какое? То, что человек вдруг внезапно ощущает себя, что с ним что-то не то, что он уже не имеет вот той вот легкости былой, да, что он уже не легок на подъем, что он уже, не знаю, допустим, раньше слушал очень громкую музыку, а сейчас я понимаю, что, блин, да мне и стиль этот не нравится, да, хочется уже такое, что-то такое спокойное, там, soul, jazz, да, что-то такое для души, вот. Как-то вот и здесь ключевое что? Что человек начинает это осознавать. То есть он и раньше это делал, но он это не осознавал. У него есть как будто бы точка отсчета А, а в точку Б он когда попал, он как-то и не понял, как он туда попал. И тут у него приходит вот это вот осознание, да, по аркану мира, у него приходит вот это вот осознание, что а как я вообще здесь оказался? А что я здесь забыл? И он понимает, что вот в этом месте как-то ему не очень-то и комфортно. И тут поэтому его накрывает вот этот вот король кубков, прошлое воспоминание, что когда-то было хорошо. Когда-то я легко мог адаптироваться, когда-то мне было не страшно там завязывать новые контакты, знакомиться с новыми людьми, бывать в новых местах. А сейчас я боюсь, то есть человек начинает понимать вот именно в этот момент, насколько он изменился, аркан повешенного. Именно в этот момент он начинает понимать, как-то вот пересматривать свою жизнь. И он начинает понимать, что что-то было не так. Вот что не так я сделал, да? То есть как я упустил какие-то свои шансы, как упустил какие-то свои моменты. Может быть, столько лет жизни ушло. Вот это, знаете, с одной стороны, как протрезвляется, что ли. Это вот как будто бы человек был уснул, потом проснулся, смотрит по сторонам, а уже 40 лет прошло. Или, например, там, я не знаю, запустили человека в космос, да, там, там же другое время, по-другому течет. И как будто бы его малость забыли, как одного известного космонавта на целый год. А потом он прилетел, и он видит, что здесь уже какие-то другие изменения, да, здесь уже и дети родились, кто-то уже там из друзей уже и внуков заимел. А ты все один, да, ты все один, и тебе кажется, что ты молод, но ты смотришь, и ты понимаешь, что если оглядываясь на зеркала, которые меня окружают, то я уже должен быть, вот стать уже каким-то другим, я уже что-то другое должен достичь. А я почему-то этого не достиг. Что не так? То есть здесь, знаете, вот человек как-то вот, ну, проснулся, что ли, отрезвляется. Вот здесь вот энергия этого года, 24-го, какая-то вот отрезвляющая. С одной стороны, вы не идете в будущее, да, если вопрос, кому интересен, пойду ли я в будущее в этом году? Нет, в этом году вы не идете. Но вы и в прошлое не дверь закрыли, понимаете? И вы находитесь вот в 2024 году периодически в каком-то пересмотре, какой-то вот возврат, но ненадолгое время в прошлое для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свои взгляды, свое мировоззрение, какие-то свои убеждения. Я не могу сказать, что это погружение в себя, либо какой-то анализ, либо вот как по отшельнику, да, поиск очень глубоких каких-то ответов на вопросы. Здесь нету погружения в себя, нет. Здесь нету философии, да, здесь нету созидания. А здесь есть состояние какой-то неожиданности и внезапности. То есть как со мной такое произошло? Где я упустила это? То есть здесь больше человек задается какими-то вопросами, нежели он получает ответы на эти вопросы. Здесь какая-то такая энергия. Ну давайте я вам уточню. Здесь мы неожиданно повзрослели. Это знаете, как это? Учился в школе, да, потом пошел в свободное плавание, и через какое-то время приходит смс-ка, а у нас с тобой реюнион, да? И вы приходите и смотрите на своих одноклассников. Там у одного дети, внуки, у того другого хозяйства, у другого там, я не знаю, бизнеса. Вы смотрите и думаете, блин, а я тут каким боком? То есть я вообще остался там в 10 классе еще.
То есть все какие-то взрослые, все какие-то серьезные, дяди, тети, уважительные. А я тут каким боком? Я вообще тут эзотерикой занимаюсь, да? То есть смешно. Ну, действительно, просто такая картинка, я это сейчас так вижу, это как, знаете, как это, ни к селу, ни к городу. Вот. И вот у вас вот вся, весь год он будет какой-то такой энергии, что я типа ни к селу, ни к городу, я не могу понять. То есть то ли мне в будущее идти, да вроде бы и в прошлом мне уже места нет, да и будущее непонятно куда. И вот не то чтобы здесь потерянность, но здесь человек очень много вопросов себе задает в этом году. И те вопросы, которые ранее никогда не задавал. Никогда не задавали вы эти вопросы. И это вопросы не философского порядка, да, где почему я воплотился в эту жизнь, да, либо есть ли жизнь после смерти и так далее. Нет, нет. Здесь достаточно такого бытового порядка, но такое чувство, что вот, не знаю, вас как будто бы подменили, да, как инопланетяне забирали, а потом оп, сказали, не-не, нам такое добро не надо, и вернули обратно. И вот вы вернулись вроде бы на родную землю, да, смотрите, а вокруг нифига ничего не родное. И вот вы думаете, где же мне лучше было, там с инопланетянами, да, где с ними можно было как-то, ну, входить в какую-то полемику, что-то доказывать, объяснять. Вот, и они стали уже какими-то родными. Чем вот здесь вот земляне, которых я вообще не понимаю. Да, вот что-то такое. Здесь я улыбаюсь, потому что здесь какое-то такое состояние. Это то, что вы будете проживать в этом году. Да? Я не говорю, что вот весь год, а может быть один этап будет какой-то. Да? Не знаю, я не могу сказать. Но мне здесь в поле передают вот эту вот энергию. Я прям просто сама себя, знаете, ставлю, как говорится, на ваше место и думаю, боже, как бы я так прожила? Ну, то есть... Не знаю, то ли кричать караул, то ли лучше молчать, потому что вдруг выйдут бурые медведи и съедят себя. Да? То есть вот какое-то такое состояние. Но мне еще хочется вытащить десятка пентаклей. Ну и туз кубков. Ну здесь будет, смотрите, да, если более практично говорить, да, какая энергия, здесь беспокойство. Ну, в принципе, люди, которые выбирают третью позицию, да, они всегда беспокоятся либо за своих родных, близких, семью, либо за материальное состояние, да, и вот тушковку будет здесь говорить о том, что, ну, для одной категории люди очень четко, ясно ощутят, что у меня нету семьи, и мне ее очень хочется, вот прям вот будет вот это чувство. Я не вижу, что здесь есть это одиночество, хотя туш кубков указывает на это как самый большой страх, потому что вокруг вас так или иначе есть какие-то родственники, есть какие-то люди. Сказать, что вот вы прям 100% одиноки кукуете в лесу, как егерь, да, и никого нету вокруг, нет, я не могу. Но, с другой стороны, вот здесь просто какое-то беспокойство идет, да, либо за финансы, либо за семью. Не знаю, почему вы тут беспокоитесь. Но здесь могут быть вот эти вот, знаете, бесконечные вопросы к себе, почему меня не понимают, почему я один, либо как так случилось, что вот я как-то упустил свой шанс, да, допустим, на создание семьи, а сейчас уже, ну, вот как-то в моем возрасте и не очень-то и хочется. То есть вот какие-то такие не очень приятные мысли, да, здесь будут проходить. Вот вроде бы арканы, да, хорошие, да, десятка педаклей и туз кубков, но энергия здесь сразу, оп, так и поникла. Она намного менее энергоемкая, чем вот аркан мира, и вот верхний ряд, да, был. Но все равно вот это вот ощущение, какое-то вот беспокойство, оно присутствует, тревога. С одной стороны, за себя, как члена, да, какой-то семьи, а с другой стороны, именно за других людей. Ну и финансы, это понятно. Ладно, не буду заострять внимание на этом. Главное событие года. Главное событие года. Ну, четверка кубков. Я никуда не иду. Да? Я никуда не иду. Я вот сижу вот в этой четверке кубков. Я не вижу шанса. Почему я не вижу шанса? Потому что вот то, что я в принципе описывала, да, вот здесь вот по этой тройке, по этому триплету, оно здесь и выходит, да, по четверке кубков. Я не вижу какого-то шанса, потому что я не нахожусь в тех энергиях. Я сфокусирован на то, что как-то вот утрачено уже то, что я когда-то пробовал. То, что вот, возможно, упустил какой-то шанс на расширение, на наполнение, на общение, может быть, на новое знакомство. Вот что-то такое здесь
Здесь какая-то такая апатия, да, то есть я утратил часть своей эмоциональной энергии. Четверка – это правила, да, правила. Правила, указы, устои и кубки, эмоции. Правила, эмоции. Здесь как будто бы, знаете, человек понимает, что вот что-то он сделал не так. И он сейчас не то чтобы находится вот в состоянии решения, а он находится в состоянии принятия того, что что-то я выбрал не так. И с этим надо что-то делать. То есть человек осознает, что надо что-то делать, но он пока не наполнен ресурсами, да, чтобы решать. Он единственное, на чем сфокусирован, это на том, что он принимает. И это будет главное событие этого года, и оно важное, да, то есть не обесценивайте его. Вот то, что я говорила, да, вот здесь вот по повешенному, по энергиям, почему это главное событие, и нельзя его обесценивать. Потому что это этап принятия, когда человек принимает, да, это важно принять, то есть многие люди что-то проживают в своей жизни, какую-то неприятную ситуацию, да, и потом на протяжении всей оставшейся жизни за ними идет вот этот вот шлейф недовольства. И исходя из этого, они, ну, живут как-то через какие-то претензии к себе, к миру, к тому человеку, к той ситуации, когда вот, ну, что-то пошло не так. И их жизнь, условно говоря, рушится просто потому, что они никак не приходят вот к этому состоянию принятия, что это надо принять, потому что им больно. Это неприятно. И ситуация уже давно осталась позади, в прошлом, по королю кубков. Но люди не принимают. И если мы что-то не принимаем, да, я не говорю о прощении, а о принятии этой ситуации, что да, это факт, так оно есть. Вот иногда вот этот факт очень сложно принять. И до тех пор, пока мы это не принимаем, мы застреваем в этой ситуации. Поэтому главное событие этого года, это очень важно. То есть вот мы застряли. Четверка, это вот поэтому я и сказала, это какие-то правила, устои. Здесь человек, он в этом году, главное событие, застрял. Застрял вот в этой четверке и вот в этой какой-то эмоциональной стабильности. И он почему-то верит, что нету возможности выйти и решить эту задачу. Да? Не знаю, какая тут задача. Я не вижу выхода, я не вижу шанса, я не вижу возможности. Здесь человек, как будто бы он погряз вот в этом болоте очень долго. И вот до тех пор, пока он не признает, что он сидит в болоте, а не в джакузи, пока он сидит вот в этом неприятном дерьме, он не сможет двинуться дальше. И поэтому вот эта вот важность, да, значимость этой ситуации, она большая. То есть когда человек принимает, он смотрит, блин, да я не в джакузи, я в болоте. Да, и вообще я весь обделался, мне надо вообще встать и привести себя в порядок. И вот когда вы на факт этот посмотрите, где вы находитесь, оглянетесь по сторонам, вы поймете, что нет, блин, что-то я опустился совсем, и мне это не нравится. И тогда только вы после принятия этого факта, вы начинаете совершать какие-то действия, принимаете решение, мне надо встать, пойти помыться, переодеться, прийти в себя и дальше жить. И вот тогда начинаются перемены. То есть перемены, они не начинаются тогда, когда я принимаю решение, все, я хочу... завтра начать что-то. Это завтра никогда не наступает. А тогда, когда мы принимаем, здесь важно принять вот эту ситуацию, что где-то я вляпался не в то, что нужно. И поэтому энергия этого года, почему вы не идете дальше? Почему вы как-то вот думаете, может быть, все-таки вернуться? Вообще, как я тут оказался? То, что я сказала, вот это вот состояние. Я спал, а теперь я пробудился, общая энергия. Это вот, вот это главное событие будет признать, принять. Принять тот факт, что вот то, где я сейчас нахожусь, вот в этой квадрате, вот в этом, вот этой стабильности, она меня не устраивает. Но мне надо сначала этот факт увидеть и признать. И только после четверки кубков наступает марсианская энергия пятерки кубков, да, когда идет разрушение, разочарование. Тогда я буду разочаровываться. Это знаете, когда у человека есть какая-то травма, он ее держит долго в себе. Прямо еще какая-то больная травма. И он никогда никому ничего не рассказывает, он держит это в себе. И потом он идет там, я не знаю, к психологу, либо какая-то ситуация с человеком происходит, встречается ему другой человек.
И вот сначала он начинает рассказывать, да, то есть через доверие он начинает доверяться другому человеку и рассказывать вот эту вот свою болезненную историю, которую он в себе подавлял, копил и никому не говорил. И вот он, пока он говорит, да, то есть признание факта, он держится в руках. Но когда он заканчивает, его прорывает вот прям на слезы. И у человека начинается истерика. То есть вот эти вот эмоции подавленные, да, в четверке кубков, которые перейдут потом в пятерку кубков, и будет разочарование. Вот сейчас как будто бы вот тот момент, когда вас должно прорвать, вы должны принять сначала эту ситуацию, потом вас должно прорвать вот на эти слезы, да, чтобы выплакали, чтобы произошло какое-то облегчение. И только после этого, оглядываясь назад по пятерке кубков, да, что там произошло, в шестерке кубков выравниваете энергию и идете дальше через выбор, что вы хотите. То есть в будущее, куда вы стремитесь, сейчас пока вас не пустят в этом году, потому что этот год, он будет очень важным на принятие. Угу. На принятие. То есть для того, чтобы пришла перемена по королеве мечей, вам нужно будет принять этот факт. Угу. И потом вы пойдете в тройку пентаклей, в построение чего-то нового. То есть вот вас прорвет в этом году. Опять же, это не факт, что целый год у вас будет вот это вот... Здесь главное событие, да, что оно будет вот прямо на протяжении всего года. Я не могу вам сказать, когда это будет. Может быть, это будет несколько раз. Какая-то повторяющая, да, три раза, например, какая-то повторяющая ситуация. И вот на четвертый, как говорится, 101-я обезьяна до меня дойдет и меня прорвало. И тогда после этого момента, да, ну, начнутся перемены. То есть произойдет вот этот вот катарсис и катарси, да, греческое слово катарси. И вы поймете, что дальше я могу двигаться. И это будет правильно. Здесь какой-то, знаете, момент в этом году оздоровления. Но этот момент, он идет как-то вот достаточно болезненно. Знаете, какая-то шокотерапия. То есть вас сначала вгонят, я не знаю... как эти, знаете, вот в американской армии есть, может быть, видели ролики, да, когда двое мужчин держат одного под руки, и сзади четвертый человек бьет его током, да, для того, чтобы они на себе вот прочувствовали вот этот вот энергошок. И это, с одной стороны, больно, поэтому его и поддерживают, чтобы человек не упал и не травмировался. А с другой стороны, это вот такая вот необходимость, да, чтобы понять на себе, потому что, ну, в принципе, вот эти электрошокеры, они принимают, ну, используют, да, иногда на людях в особо сложных каких-то ситуациях. Вот здесь вот такое ощущение, что вот вас должны были, ну, то есть вы как-то по-другому не понимаете, вас должны были, вот главное событие, да, стукнуть вот этим вот электрошокером, чтобы вы как-то вот на себе это ощутили, вот эту вот боль, чтобы вот наконец-таки где-то в вашей ауре прорвало, и вот все... Вот это дерьмо, чем вы себя питали долгое время эмоционально, чтобы оно вылилось из вас и очистило, чтобы вы вот смогли вдохнуть полной грудью и вот проснуться. То есть знаете, как это человека, который есть в колоде Николеты Чиколи, может быть, кто помнит, да, там есть такой аркан, где изображена девочка, да, а у нее вроде бы как за одну руку ее держат, за другую, и что-то ей толкает, ну, тыкает иголка или что такое вот в сердце. И она так голову опустила, и вроде бы, знаете, человек свыкся с этой болью. Это, по-моему, там, если я не ошибаюсь, там тройка, что ли, пентаклей. Ну, в общем, что такое? То есть суть заключается в том, что человек уже свыкся с этой болью. Сколько бы мне боли ее не причиняли, да, мне больно, неприятно, но я уже никак не реагирую. Такая, знаете, вот какая-то защитная реакция того, что а мне как-то вот все безразлично. И это неправильная ситуация. Здесь вот поэтому говорят, что то есть вот ищут какой-то такой метод вам дать, чтобы вот вы пришли в себя, очистились и начали заново жить, потому что это важно. Но вот какая-то такая достаточно сложная третья позиция вышла. Сложная энергетически. И может быть не совсем приятная.
Так, я благодарю вас за ваши комментарии. Я вижу очень много новых имен, ников. Мне нравится, что новые люди приходят, да, оставляют, пишут комментарии. Вот, и знаете, так, с одной стороны, ясное дело, что все приходится начинать заново, да, объяснять, что этот канал, он более философский. Вот, второй мой канал дочерний, он более такой психологический, там психологические вопросы рассматриваем, да, потому что у людей возникают вопросы, а почему вы делаете... такие расклады там у меня на втором канале. Сегодня я читала такой комментарий. Вот я вам прям даже его зачитаю, и вы поймете, что иногда с чем я сталкиваюсь. Сейчас, 2 секунды, я вам прямо зачитаю, я просто улыбнулась. Девушка пишет, опять же, без негатива к комментатору, я просто, знаете, как это, как я сказала по третьей позиции в шоке. Значит, девушка пишет, мне нравятся ваши расклады, но, если честно, смотрю не все, потому что многие темы раскладов мне совсем непонятны. Именно темы какие-то странные, непонятные, зачем они? Вот. Ну и дальше она пишет, что 1 из 5 раскладов ваших тем попадает, ну, то есть ей созвучен, а остальные 4 не смотрю. Ну, сам как таролог, вы мне нравитесь. Я вот просто прочитала, опять же, с улыбкой, с любовью, да, ни в коем случае не критику никакой, а просто я представила, да, когда человек, ну, не сталкивался с темой психологии, философии, да, то, что вот я, в принципе... транслирую, пропагандирую, и тут вдруг человек пишет, да, то есть, а мне непонятны темы такие странные, зачем они нужны? Я вот так это улыбаюсь, ну, думаю, ну, да, в принципе, а что сказать, да, ну, мне даже ответить нечего было человеку, да, как говорится, в свое оправдание, с одной стороны, а с другой стороны, а как объяснить, что самопознание, оно проходит именно через психологию, философию, через задавание себе каких-то глубоких вопросов. Просто для кого-то глубокие вопросы, это, например, сейчас, ну, к примеру, да, я скажу, если, допустим, мы учимся на своих ошибках, это тема расклада, которая у нас будет в пятницу, если мы учимся на своих ошибках, то почему мы боимся их совершать, да? Ну, то есть, если ошибки нас чему-то учат, то почему мы боимся ошибаться? Казалось бы, да? Я просто вхожу в позицию той женщины, и если бы я такое услышала, думаю, блин, что за бред? Ну, как такая тема? Зачем она нужна? Но с другой стороны, когда ты найдешь ответ себе на этот вопрос, ты сможешь лучше себя понять, да? А это как раз-таки вот в тему самопознания. Вот. Ну, в общем, так забавно хотела с вами поделиться. Я знаю, что вам нравится, когда я улыбаюсь. Вот, а скажу заранее, на следующей неделе, да, у нас уже начинается новый месяц, декабрь, январь, февраль, последний месяц зимы, и 1 числа, если, как говорится, дай боги мне энергии и сил, мне хватит, я проведу эфир. У нас 2 месяца не было эфиров, да, я с вами не общалась, не отвечала вам на вопросы, вы меня не видели. Вот, 2 месяца, 1 февраля, я, в принципе, у меня в планах провести прямой эфир. Ну, анонс будет, не переживайте, в разделе сообщества не потеряете меня. Вот, будет очень интересный эфир, до этого я напишу пост, но это все будет, да, на следующей неделе. Вот, я буду дарить... подарки, которые сама люблю принимать. И, кстати говоря, о подарках, благодарю всех за донаты, кто присылает, мне очень приятно. И если кто-то задумывается о том, что, блин, ну, я не могу большую сумму прислать, вопрос не в сумме, вы можете прислать прямо и 100, как говорится, рублей. Здесь вопрос не в количестве, а вопрос в том, ну, ваши мысли, и я это очень ценю. Вот, как-то так, все, прощаюсь, всего вам самого наилучшего, всем пока-пока.